Я есть Твое великое создание, Твоим путем указанным иду, и чувство судьбы предначертания в душе гармонию и чистоту храню. Освободи меня от недоверия и от невежества освободи меня, и силою святого повеления во свете истины Ты удержи меня. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его, не убоишься ужасов и ночи стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, зараза, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысячи и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспиды Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, я избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».